сладкая какая. Кажется, закусить пришла орешками. Ну, типа зимой. Ой. И что мы надумали? Так кушала вроде бы хорошо. Орешек понадобился? Да? А какой орешек? Ну, я не знаю прям. Это опять нужно покушать. Так, здесь нужно все проверить. Какая белочка разборчивая. Ей половинка нужна. Она, видимо, хочет закусить. Перекусить. А не прятать. О, белочка летит. Летит. И кушать сразу. Так, это кто же белочку-то испугал? Бичона испугала. О! Белочка вернулась на свое прежнее место. Красавица. Кушай, кушай, Беля. Мы с тобой одни тут. Все разошлись и разбежались. Тут 2-3 белочки только бегают, запасы делают. Хвостик у нее такой пушистый, жалко, не видно, он там свисает у нее. О, белочка летит. Эта белочка отбежала. Так, надо погоняться. Без гонок никак, а то неинтересно как-то. Так, ну что? Кто там придет-то? Совсем с другого конца белочка прилетела. Орешек грецкий. Уже вечереет, темнеет на улице. А белочки бегут и бегут. Откуда-то много голодных белочек приходит. Буду ждать, пока всех не накормлю, не уйду. Бывают, да, такие дни, что белочки или где-то ходят, или что, или поздно просыпаются. Насторожилась. Все, испугали белочку, не дали покушать.